туннельный мальчик, я 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 туннельный мальчик. Расскажи про туннели. Ты хочешь услышать это или ты прикалываешься? Ну, ты дебил, хочешь посмеяться, то, что типа я тупорылый лох или что? Ну, типа ты хочешь так понять, то, что типа я додик. Ну, я, типа ты ж мне не веришь, а я тебе по факту говорю, ты этого не веришь. То есть про туннели. Ты просто дурачок. Почитай научную литературу, древние всякие пергаменты найди. Прочти то, что писали древние люди. Великаны, которые сейчас, между прочим, живут в туннелях под нами. Эти туннели соединяют весь мир. И это я тебе 100% в этом уверен, что то, что я рассказывал про туннели, эта информация, она везде есть. Просто ее не слышал. Поищи вот даже на ютубе про туннели видео. Это 100% есть, потому что я же не один про них знаю. Люди много кто знает про туннельные жизни. Я просто почему рассказал про туннели, потому что я видел их, я был там. Я заключил контракт с ними. И контракт этот, который я не могу разглашать. Понимаете? Вы думаете, все так просто в этой жизни? Ну, абсолютно просто, согласен. Но... Есть такие моменты, жизненные аспекты, о которых вы даже не знаете. И у каждого человека они отдельные. Понимаешь, о чем? Я видел лично великанов, я с ними общался, я с ними договаривался. Кто не был в туннелях, тот жизни не видал. Я туннельный мальчик, этого скрывать не получится. Видно по мнению вооруженных взглядов абсолютно. Я об этом рассказывал многим при личном общении, тет-а-тет, скажем так. Вы спросите у Лолочки, мы с ней, ну, довольно тесно знаем друг друга уже давно. Я скажу вам даже больше. Мне предоставлялась возможность в Ирландию через туннели попасть. Прямо оттуда, где я нахожусь. Но я и не воспользовался. В этом не было необходимости. Потому что меня Олька ждет. Блять. Ну просто, допустим, я могу сейчас здесь находиться, через 5 минут находиться в Ирландии. Ну, вы скажете, это какая-то магия, телепортация. Нет, это все чушь, это фантастика. Я говорю про реальные вещи, да, про туннели, которые связывают весь мир, ту нашу планету, которую мы знаем, поверхностно, да, через туннели, под землей. Эти туннели очень глубоко. Там совсем другая жизнь, там есть туннели, там люди ходят, там люди живут, там люди существуют и живут прекрасно, лучше, чем здесь. Понимаешь, все, что вы знаете, все, что где вы получили информацию. Привет, дед. Привет. Со времени начала твоего спидрына успел зачать ребенка, принять роды, воспитать, вырастить, обучить, купить квартиру, похоронить. Но ты молодец, все равно стоишь на своем. Все, что вы знали до этого момента, в этой жизни. Это все ничего. Просто сотрите это. Я вам так скажу, да? Если хотите знать больше. Все, что вы знали, это все ничего. Это все поверхностно. Все это мелочь. Это все очень глубоко, ну, не глубоко. Все, что вам надо знать, оно все находится внизу. В туннелях. Понимаете? Вся жизнь. Все, что вы знали, забудьте. Все ваше образование. Весь ваш склад ума, который сейчас имеете, это все ничего. Абсолютно. Вы пустые, чтобы познать более. Ну, я в том числе. Потому что я изначально не в туннелях вырос. Потому что я не великан. Понимаете, о чем я? Ну, я знаю про них. Я с ними встречался. Они меня сами туда позвали. Точнее, прислали. Точнее, туда же поместили. В эти места. В туннели. И у меня с ними контракт, да, оговорился я с ними, понимаете, о чем я? Я не могу вам рассказать многих вещей. Вам это не нужно знать.
Вы сами поймете потом это, если по какой-то причине вас отправят в туннель. Точнее, вас заберут просто. Это будут не люди, абсолютно. Вы даже не поймете, как вы будете там в туннелях. Вы этого не увидите и не поймете. Вы просто появитесь в туннеле, совсем как будто в ином измерении. И там будут стоять те люди метра по 4 ростом. И задавать вам вопросы, вы будете отвечать, иначе ничего не получится. У вас выбора не будет, он будет только один, отвечать им и соглашаться. Либо не соглашаться. Не согласитесь, будет все по-другому. Понимаете, это уже будет совсем другой этап. Абсолютно другой, да? Вот и подумай. Туннельная жизнь. Понимаешь, о чем я? В туннелях люди живут по-другому. Там все по-другому. Вот вы знаете о том, что есть мир, планета Земля. Я вам скажу так, есть еще планета Земля, ну, такого же масштаба, только она находится под нами. Понимаете, о чем я? Вот и думай. И там не живут обычные люди. Их туда не пускают, им там не положено быть. Их там просто уничтожат. Они там не нужны. Там своих хватает. Там и люди-великаны. Но между великанами и обычными людьми есть договора, контракты, договоры, ну, на жизнь вообще в целом на этой планете, на Земле, на земном шаре. И все, что вы знаете, вся политика, вот это и все. Это спасибо, все ничего. Дед, я отлично покакал под этот бред. Я серьезно говорю, это все ничего. То есть вот эти там какие-то там конфликты глобальные в мире, да? И это все просто такая чушь и мелочь по сравнению с тем, что может произойти в целом. А вот эти люди, которые все это делают в мире, это никак иначе, как решение людей, которые под нами, и тех, которые здесь. Понимаете все эти вещи, что происходит? Хали, алити, милк. А как туда попасть, где взять разрешение? Ой, дорогой, ты, если туда тебе надо будет попасть, ты об этом уже узнаешь, когда попадешь туда, в туннель. Понял, о чем я? Да. Сейчас ты об этом, ну, не должен знать. Ты не узнаешь. Я даже сам не знаю, как туда попасть. Когда будет надо, сами туда тебя позовут. Точнее, доставят, отправят. Понял? Привет. Все, вот и думай, пожалуйста. Да. Брат Баба. Да. Я был в туннелях. Кто дебил? Я дебил? Ну понятно, вам это сложно понять, осознать, да, принять. Ясно, я бы тоже, если бы мне какой-то чел втирал про какие-то туннели, блядь, я бы сказал, что он дебил. Я реально тоже в это не верил. Брат, да. Мы тебе верим. Но после поточка набери, плиз, регистратура. 8-846-207-40-78-78. Приемное отделение. 8-846-4-203-207-40-44. ГБУС Самарская областная клиническая психиатрическая больница. Я понял намек, что типа я дурак, да? Я все туннели прошел. Ну как, я увидел их. Ну как видел, я их видел только на картах, скажем, когда был там. Мне все рассказали, показали, как все устроено. Но запретили об этом рассказывать. То есть, да, в целом. Да, я могу сказать, что я был, да, но не могу рассказать, как это устроено. И они сказали, ты можешь это рассказать по сути, но все равно никто не поймет. Поэтому зачем это говорить, да? Ну зачем? О, это ты в туннель погрузился? Ну представь, кружка. Кружка. Такая, высотой, наверное, сантиметров 30-40. Обычная маленькая кружка. Обычные, ну, стулья, табуретки, скажем. Ну, обычные стулья, да. Высотой, блин, 2,5 метра примерно.
Причем они сидят, и у них ноги касаются пола. Вот такие вот. Дедульку великана? А как это дедульку великана? Ну, типа пожилого человека великана? Ну, да, наверное, видел. Ну, я видел человек 5 их там, ну, которые со мной общались. Остальных я не видел, там их много. Я же не просто ходил, гулял там. Какие камеры? Там камеры даже не работают, чел. О каких камерах речи, челикс? Ты что, бредишь? Ну, реально. Там не работают ни камеры, ну. Там даже такого понятия нет. Там камеры какие-то, там сотовая связь. Там такого нет. Там по-другому у них общение идет, как я понимаю. Там нет камер, они там даже работать не будут, 100%. Да. Вот вы думали, откуда у нас вода вообще на Земле? Мы ее пьем откуда? Из источников, правильно? Ну, есть такие источники, которые находятся глубоко под землей. Эти источники, которые глубоко под землей, это никак иначе. Как знаешь что? Это никак иначе. Как моря под землей, моря, океаны. Вот и думай. Подземные моря, океаны всякие, да. Да, это считается. Почему двигаются тектонические плиты? Потому что великаны там живут, они их двигают. Вот и думай. Сначала идут они, великаны. После уже мы. Мы просто наверху охраняем поверхность Земли. То есть люди охраняют поверхность Земли. Ну, то есть, да, вот, живут, создают особую свою микрофлору, скажем так, человеческую. Но основные жители нашей планеты – это великаны, они под нами. Исследователи и в России, и в других странах мира натыкались на странные подземные тоннели, залегающие на глубине примерно 200-300 метров. И это не те древние наземные города, что разрушились из... Короче, про туннели есть много видео, можете посмотреть. Вот, ну это какое-то поверхностное, скажем так, да. Видео, это брат. То есть, ну, это по факту, он говорит сейчас про туннели, которые, ну, типа, чуть ниже, чем метро. Это не те туннели. Те туннели, которые я вам рассказываю, это совсем ниже туннели, которые под океанами даже находятся. Вот ты и думай. Типа, как, блядь, под океаном могли прокопать туннель? Их копали тогда, когда даже океанов еще как таковых, таких, как мы их знаем, не было. Понимаешь, о чем я? Это во-первых. А во-вторых, их копали люди, которые гораздо технологичнее, чем наши современные все. И поэтому удивляться не стоит. Вот и все. Да.